小毕业，毕业，毕业。你能看到的你知道有多少？ты Даша, да? И что ты будешь сегодня делать, Даша? Ищу бакакон. А ты знаешь, что тут у нас? Да. Что это тут у нас? Тележка. Это у нас желешка. У нас вот такая вот огромная, гигантская желе из кока-колы. Это у нас большая 10-литровая бутылка кока-колы, да? Да. Желешка. А вот это у нас маленькая. Вот такая вот у нас. Такие вот у нас две бутылочки интересные, да? Одна громадная, одна маленькая. Это 0,5, а это 10-литровая, да? Вот такая вот у нас желешка получилась, твердая. Мы ее подержали в холодильнике, она у нас уже готова. Теперь мы будем ее открывать и смотреть, что там. Тут на дне у нас разные вкусняшки есть. Да? Ну что, будем открывать? Вот так вот мы начали ее раскрывать, нашу желешку. Должно получиться прикольно, да? Сейчас мы посмотрим. Мы ее вот так вот аккуратно открываем. Надеемся, что не свалится. Точно. А ну раскрой немного, покажи. Вот она, наша гигантская желешка. Вот она, очень красная. Да, вот такую у нас желешку. Вот такая вот у нас желешка получилась. Вот она, это кока-кола. Здесь 10 килограмм желешки. Это у нас была 10-литровая бутылка, огромная. Смотри, Даша, какая она прыгучая. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот крышечка у нас упала. Мы ее освобождали от бутылки очень тяжело, и она у нас немножко отвалилась, поэтому нужно ее придерживать. Ну а так очень даже хорошо получилось. Просто бутылка у нас была очень толстая, пластмасс, и мы ее немножко потрудились, мы ее открыть. Давай на эти чупа-чупсики. Да, и вот тут у нас где-то на дне должны быть чупа-чупсики, и жуйки, и джелли-бинс, и еще разные медвежуйки. Да? Да. Даша, смотри, какая она прыгучая. Вот такая. Да, тебе нравится? Смотри, как она шатается. Ну что, будем ее ставить туда? Да. Я не... Давай. Вот так! Вот наша желешка развалилась. Вот наша кока-кола огромная. Что тут у нас на дне? Вот где-то тут у нас разные jelly beans, разные горошечки, разные-преразные медвежуйки, да? Давай мы снимем нашу наклеечку. Вот. Вот, смотри, Даша. Смотри, какая. Я хочу открывать сюрприз. Хочешь открывать сюрприз? Да. Давай мы ее сначала вот так вот разрежем. Давай. И посмотрим, может, у нас сюрпризики посерединке есть. Да. Вот так вот мы ее сейчас будем разрезать. Вот. А ну-ка. Вот она, наша желешка, она покатилась, смотри. Так, вот, видишь, какая большая? Да. Вот так мы еще ее разрежем. А ну, открывай. О, ты куда убегаешь? Так, смотри, как она как мячик. Так, что мы делаем с этой? Будем ее разрезать тоже? Да! Или ты будешь ее ручками? А ну попробуй. Да. Опа. Смотри, Даша. А ну смотри, подожди. О, она тяжелая. Опа! Смотри, какая огромная желешка. А ну давай, открывай ее вот так вот пальчиками. Получается? Да. Нет. Нет? Вот так. Вот. Вот наша кока-кола. Вот. И вот эту. Вот эту мы сейчас вот так вот. Огромные куски, да?
Вот наши жуйки вот здесь вот на дне. Вот они на дне, наши жуйки, медвежуйки. Что ты там нашла? Чупа-чупа. Да? А ну, кушай. Тут у нас были еще чупа-чупсики, но они тоже темные, поэтому не знаю. А, вот он, Даша, смотри, что я тут нашла. Смотри. Что? Только палочка у нас тут. А чупа-чупсик где сам? Где сама конфетка? Вау, как она прикольно, вот так вот. Опа, ломается, классно. Где наш чупа-чупсик? Не знаю, потерялся. Потерялся где-то наш чупа-чупсик. Нашла? Нет. Нет? Тяжелая? Давай, Мэйла. Стой, стой. Как мячик. Опа! Спасибо. Всем пока. 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 Пока.